Пройти кинопробы, выступить на театральных подмостках, почувствовать себя античным богом. И все это за одну ночь. Такая насыщенная программа ждет новосибирцев 20 мая. О предстоящей музейной ночи рассказали журналистам организаторы этой международной акции. Причем на сей раз подключился даже дельфинарий. Станислав Якушевич узнал, какие еще сюрпризы приготовили для ночных посетителей музея и не только. Грядущая музейная ночь станет самой масштабной за последние годы, пообещали организаторы. И поэтому увеличили число интерактивных площадок. В прошлом году их было 36, в этом уже 45. Кроме музеев, по традиции, в эту ночь откроют свои двери и филармония, и театры, и частные арт-галереи. Впервые среди участников акции – дельфинарий и речное пароходство. Какие-то флешмобы, мастер-классы. Очень и очень много не только по темам, но и по формату участия горожан. И что отрадно, что организаторы площадок стараются больше увлекать посетителей, чтобы они не просто приходили, смотрели, а сами участвовали. Например, в музее Октябрьского района можно будет проверить свои навыки туриста. Посетителям дадут примерить альпинистские кошки, попросят разжечь костер с настоящим котелком. На ретро-фотосессию приглашает музей Новосибирска, а в художественном музее каждый сможет почувствовать себя богом. В этот раз мы будем наряжать в богов, связанных с цветами, с флорой. Будет у нас флора и Дионис. Будет и театрализованное начало, как обычно это у нас бывает. Магистральная тема музейной ночи – городские памятные даты. Юбилеи в этом году отмечают зоопарк и железнодорожный мост, телевидение и городской троллейбус, аэропорт Толмачево и речной флот. Страницам истории города посвятят и грандиозное театрализованное шоу в парке «Городское начало». Наша задача, чтобы в музее и вообще на наши все акции такие музейные ходили всей семьей. И вот как раз проекты, которые делает наш музей города Новосибирска, они как раз рассчитаны, как Елена Михайловна правильно сказала, 0+. Организаторы обещают доступные цены на билеты. В городские музеи вход будет стоить всего 50 рублей, а тот, кто приобретет абонемент, сможет посетить большинство площадок бесплатно. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.